dun, 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 dun. Артём, меня не обманешь. Здравствуйте.
Нам потом стало известно, были жалобы о том, что это не была акустика вообще. Сегодня можно все! Потом-то мы уже поняли, что это был еще и не Екатеринбург. Так что, друзья мои, сегодня мы понимаем, где мы находимся. Но насчет акустики. Как получится. Мы первый раз играем в этом чудесном дисциплинарном клубе. Знаете, на сцене прямо формируется вот то, как себя здесь вести. Такое пространство жизненное. Так что уж не обессудьте, если кто пришел сюда поплакать. Да. Странным образом мне стало понятней ты, чем все мои.
Сложно разглядеть портреты точь-в-точь. Вовремя придёт.
Ну как же время лечит, не спеша?
Позвать Гулю и сыграть «Необратимость». Я забил. Oh,
Thank you.
прошу. У нас с вами очень хороший город, друзья мои. Сейчас будет песня. Пожалуйста, прошу, все-таки 100. Если вы очень хотите 104, давай 104.
Нет, 102 вы уже хотите. 102? Да, пожалуйста. Знаете, вот смотрите, 100, да, и 104, вот как вы думаете? Даже не понимаю, о чем речь. Я думаю, что 102 это консенсус. Да, да, пожалуйста, да. 100, 104, 102. Сережа, 102. 102, пожалуйста. 102, пожалуйста. Прямо сейчас. 102, пожалуйста. 104! Вот этот человек может и 100, и 102, кстати. 150 может. Знаете, он даже 104, ну, так, сможет. Это не лезть. Это жесть. Как она есть. Это небольшой такой наезд. Вы готовы? Да! Бармены готовы? We'll be right back.
Никаких заказов. Кто будет сейчас разговаривать, пусть лучше помолчит. Спасибо. Реально помолчи сейчас, я тебя видел. Сейчас охрана придет туда, и молчи, брат. Братуха. Я жду без слов, где в ради это дам.
концертом мы заканчиваем наш питерский сезон. Да. До осени. Хотя... Жизнь такая штука. Загадывать смысла нет. Чиста. Ah!
все, мне кажется, после этого можно все вообще. Можно и 140, и 120. И просто можно все. Ну, пока еще людей. Хотя, когда я придумывал текст, я смотрел и на людей. Это было рядом с клубом МОД. Там, знаете, есть такое место, конюшня, бывшая конюшня. Набережная, да? Мойки. И там, собственно, вот такой вот закуток, куда все ходят. Но там такие личности были, о которых, собственно, отчасти и песни. Вот такие туда уже не добирались. Уже не ходят. Угадар, не, да брось. Ты давно там не был. Мода нет, а место там намоленное, понимаешь? Мода нет, а мода есть. А так вот, собственно. Вот помойки. Будет за нас людей. Бара, стойки. Не напророчил. А вот тут разные слова у всех, ясно? И первый раз наш приличный обычно. Поехали. А вот сейчас на самом деле нет. 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 Нет.
Да нет! Нет! Ну хоть снуть, я думаю... Значит, нет! Да, 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 вот... Нет! 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 Ладно, ладно, ладно. Спроси меня. Ну ладно, забей. Спроси меня, можно суточку положить на месте? Можно все, что нельзя! Ответ? Ответ нет. Что я боюсь, я тайна. Ночь
Прекрасно, что, ну, в принципе, мы теперь поняли, что единственное то, чем мы должны заниматься, когда просыпаемся, это быть радостными и всем дарить нашу радость. Поэтому примите, мы заканчиваем наш концерт, мы сейчас сыграем премьеру, эту песню вы никогда не слышали. И я открою вам секрет, ее кодовое название «Аватар». Я вам открою секрет, мы не все ее тоже слышали. Да. Привычный мир оставишь.
просто супер, что мы сегодня решили сыграть этот концерт. Это супер. Специально для вас и для нас. Песня одна из самых любимых. Одна из самых любимых. Когда я рождался, я знал.
Спасибо огромное. Это был очень хороший концерт. Знаете? Мне кажется, что вот сейчас будет очень хороший конец этого концерта. Спасибо вам.